Я клянусь тебе, Селим подтвердил мне, что все это было ловушкой. Джунейд, ты не будешь верить в это все. Это вранье. Клянусь, я не вру. Я сегодня разговаривал с Селимом. Он получил деньги, он все расскажет. Ах ты бессовестная тварь! Джунейд, это их очередная ловушка. Джунейд, прошу тебя, выслушай меня. Пусть придет Селим и все расскажет. Прошу тебя. Что он расскажет? Что он может рассказать? Еще 2 дня назад ты была в него постели. В это вранье. Со мной что-то сделали. Я даже не помню, как я там очутилась. Я с трудом сдерживаю себя, чтобы не сделать чего-то незаконного. Фарида, прошу тебя, уйди, уйди. Я клянусь, я невиновна. Джунейд, позволь, позволь ему прийти все рассказать. Умоляю, разок его выслушай, разок. Почему он до этого ничего не рассказал? Селим, он все сделал ради денег. Он кроме денег больше ничего не видит. И сейчас, если я найду ему деньги... Она все еще говорит о деньгах. Сколько он хочет, чтобы сказать все? 200 тысяч. Боже мой, неужели это происходит? Со мной сейчас что-то произойдет. Успокойтесь. Все понятно. Свадьбы и ограбление не удалось. Теперь вы решили это придумать, да? Проваливай из этого дома. Проваливай отсюда. Джунейд, прошу меня, позволь. Проваливай. Джунейд, умоляю. Проваливай, Джунейд. Говорю. Чтобы я тебя больше здесь не видел. Джунейд, я умоляю тебя. Джунейд, это все ловушка. Джунейд. Бред сумасшедшего! Кто-то дал деньги, еще что-то! Понятное дело, что она обманывает нас! Может быть, она говорит правду? Ты веришь в это? Нет, не верю. Но я хочу это услышать. Сынок? Джунейд, стой! Отец, не смей преследовать меня. Бахар, прости меня, но я был вынужден. Этот человек настоящая проблема. Он не оставил меня в покое. Чего ты пытаешься добиться, Акемаль? Скажи мне, в чем твоя проблема? Чего я пытаюсь добиться? Я пытаюсь с тобой поговорить. Вот моя проблема, Бахар. Ну-ка, рассказывай. Говори, что я видел тебя вместе с той девушкой. Я не знал, Бахар. Мне жаль. Он не знает ни о чем, о том, что ты говоришь. Почему, Бахар? Надо закончить эту игру. Отвечай, Бахар. Ты хочешь, чтобы закончилась, Кемаль? Чтобы эта игра закончилась, да? Ну хорошо. Пусть закончится. Да, Кемаль, я соврала тебе. Потому что ты тоже соврал мне. Причем все, что ты мне сказал, было ранним, Кемаль. Что? Кемаль, я узнала все о тебе. Джунейд. Селим все расскажет. Зачем он так со мной поступил? Кто это все заказал? Все расскажет. Прошу тебя, поверь мне. Я клянусь тебе. Кроме тебя я больше никого никогда не любила. Разок. Разок выслушай Селима. Прошу. Если не поверишь, снова выгонишь меня. Но позволь. Позволь подтвердить, что я невиновна. Хорошо. Позвони этому придурку, пусть придет. Пусть все расскажет. Я дам ему деньги. Я знала, что ты доверишься мне. Я не верю тебе. Я просто хочу увидеть, чем закончится все это. Вот и все. Бахар, мне жаль. Я, пожалуй, пойду. Еще раз принесу свои извинения. Кемаль, мне с тобой больше не о чем говорить. Прошу тебя, уйди.
Не позорь больше ни себя, ни меня. Бахар, прошу, говори напрямую. Говорю же, я все о тебе знаю. Что еще тебе непонятно? Хорошо. Вы можете оставить нас наедине, мам, матушка? Я слышу тебя. Ты все еще делаешь вид, будто ничего нет, да? Может, тебя интересует, как я узнал о твоем вранье, да? Ну хорошо. Бахар. Скажи же мне, Кемаль. Скажи, как твой отец, а? Как продвигается твоя работа столяром? Наверное, он много работает, да? Ведь, наверное, очень сложно работать столяром и содержать такой большой дом. Ответь же на звонок, Тунч, ответь. Черт подери! Отправьте деньги на дом. Хорошо, я жду. Ты еще не поумнел. Она просто сдирает с нас деньги. Не видишь, что ли? Возможно, ты вновь окажешься прав. Но пусть будет, что будет. Что мы от этого потеряем? Я... не Фариди. Которая хочет доказать свою невиновность, хочу дать последний шанс. Садись. Я не хотел бы появляться перед вами в таком виде. Ты такая, какой достойна быть. Берат. Садись, сынок, пусть они выговорятся друг другу. Одни из самых богатых людей Анкары. Известный бизнесмен Сван Козан. Что, столяр, что ли? Слышь, но не верь, да? Бахар, позволь мне. Я... да, ты. Ты младший сын Мусмана Козана. Мехмед Кемаль Козан. Как так можно? Столько денег... А младший сын маршрутки водит. Мне жаль. Я хотел тебе сказать. Когда, Кемаль? Когда хотел сказать? А когда бы ты рассказал мне своей будущей жене, а? А Хандан, когда бы ты мне рассказал? Деньги готовы. Где Селим? В пути. Скоро приедет. Где же ты, черт тебя подери? Где же ты? Прошу, войдите.
Черт вас подери! Черт подери тот день, когда вы зашли в этот дом! Тебе есть что сказать? Говори. Я расскажу. Но если вы позвали полицию, я тоже много чего знаю. О махинациях в компании. Просто имейте в виду. Что ты за человек такой? Как ты смеешь так разговаривать? Мы тебе работу дали, еду! Разве можно плевать в колодец, с которого пьешь? Вы таким, как мы, только остатки даете, господин Усман. Мне нужно гораздо больше. Селим, прошу, просто расскажи все, а потом уходи. Боже, дай мне сил. Вы подготовили деньги, которые я просил? Вот они. 200 000. Теперь рассказывай. С самого начала. Да. Будет лучше, если я начну с самого начала. Если то, что ты говоришь, правда? Я буду готов дать тебе гораздо больше денег. Не волнуйся за это. У меня свидетели есть. Извини меня. Выслушай меня, прошу. Перед тобой уже не глупышка. Младший сын господина Османа. На чем пост развлекался? Скажи мне, Кемаль, ты получил удовольствие? Бахар. Ты не нашел себе другого развлечения, а? Другого развлечения не нашел? Тех возможностей, что у тебя есть, тебе недостаточно, да? Когда тебе скучно, ты приходишь в деревню и издеваешься здесь, да, над девушками? Да, это не сделает меня правым. Да, я соврал. А причина в моей глупости, конечно. Но я не первая и не последняя. Ты просто ищешь приключений. И Хандан ничего не делает с этим. Ведь в конце ты возвращаешься к ней. Скажи же мне, Кемаль, это так? Хватит. Говорю же, выслушай меня, Бахар, хватит! Вон отсюда. Я не такая тупая. Не поверю тебе снова. Хватит. Ты выслушала меня. Ты свое сказала, теперь моя очередь говорить. Рассказывай. Будет лучше, если я пойду. Все-таки это ваше семейное дело. Мы бы не хотели, чтобы ты была свидетелем всего этого, но... Хорошо. Деньги увидел. В таком случае начинай. Любимая, где тебя носят? Селим внутри. Ты сказал Селим? Он все расскажет. Они дали ему деньги. Что-нибудь сделай немедленно. Ну же. Начну с самого начала. Расскажу, а потом возьму деньги и уйду. Дальше все на вашей совести. Селим, не затягивай. Рассказывай, затем проваливай с этого дома. Я уничтожу тебя! Тунч! Тунч, подожди, успокойся! Что ты делаешь здесь, подонок? Что ты здесь делаешь? Проваливай отсюда. Тунч, хватит! Джунейд, не мешай, ради бога! Эта тварь просто обманывает вас! Как быстро вы забыли, как он ограбил вас! Проваливай отсюда, говорю! Если расскажешь, то я убью тебя! Тунч! Не надо! Они построили мне ловушку! Это знает только Селим! Прошу, не мешай! Отойди, Фарида! Что вы будете слушать от этого кретина? Как быстро вы забыли, как он обчистил нас! Я тебя сейчас уничтожу! Да хватит уже! Я пришел сюда рассказать правду. Все ее узнают сегодня. Значит, правду расскажешь? Вот тебе правда. Знаешь, что я с тобой сделаю? Тунч! Назира, принеси матушке воды. Мама, все нормально? Тебе нужны деньги, деньги? Слышишь, я дам тебе твои деньги, понял меня? Мне готовы предложить гораздо больше. Yeah.
Да хватит, Тунч, отпусти его! Отстань, Джунейд! Этот придурок по-другому не поймет. Да хватит уже, Тунч! Ну давай, рассказывай, что хочешь. Тунч, хватит! Никто не хочет видеть его в этом доме. Но мы обязаны его выслушать. Хорошо, мы слушаем вас. Начинайте. Селим, расскажи все. Кто заказчик? Кто дал тебе деньги? Кто все построил? Расскажи все. Все? Все. Хорошо. Между Фаридой и мной... Есть очень длительные отношения. Мы с самого начала все спланировали. Она должна была играть в вашем доме невинную девушку. А когда придет время, мы должны были сбежать от вас, забрав деньги. Что ты хочешь говорить? Говори поскорее. Я устала. Хочу домой войти. Что ты собираешься делать? Оставь все эти фокусы другой. Затянулось что-то. Они ушли, что ли? Они на месте? Ты думаешь, что я глупая? Один раз я поверила тебе, Кемаль, но больше никогда. Бахар, я собирался тебе все сказать, но я не смог, ведь боялся потерять тебя. И в итоге я потерял тебя, не так ли? Если бы я рассказал тебе все в самом начале, в первый день нашего знакомства. Помнишь, тот день, когда у тебя деньги украли? Если бы я сказал в тот день, не могу поверить. И деньги, значит, ты дал, да? Не могу в это поверить. Как ты мог так поступить, а? Скажи же мне, как ты мог так поступить? Я должен был просто идти смотреть, как вас выгоняют из дома? Не волнуйся, ты получишь деньги назад, Бахар. Муразок сказал такое. Потом я не смог отстать от тебя. До прихода сюда я не мог нормально даже стоять. Я полюбил тебя. Кемаль, ты полюбил меня так же, как Хандан, да? Ты любишь меня так же, как ее? Я хотел бросить Хандан. Бахар, поверь мне, я люблю тебя. Я с Хандан хотел открыть разговор на эту тему. Но у нее были очень сложные дни. Кемаль, хватит! Хватит! Кемаль, хватит! Бахар! Почему ты так поступаешь, Селим? Скажи правду, пожалуйста. Ради бога, скажи правду. Посмотри на это! На этот чертов позор! Столько лет они были вместе! Значит, много-много лет продолжались ваши противные отношения, да? Нет. Я клянусь тебе, это вранье, Джунейд. Я любила только тебя. Почему ты так поступаешь со мной, Селим? А? Почему? Скажи правду, умоляю тебя. Когда вы нашли деньги, которые мы взяли у вас, мы решили вас таким образом обчистить. Боже мой. О чем говорит этот человек? Я любила только тебя, я клянусь тебе, я любила только тебя. Тогда о чем говорит этот человек? Ты же хотел доказать свою невиновность. О чем говорит этот человек? Он обманывает. Но я не могу не похвалить вас, вы очень хорошие актеры.
Вот, возьми. Возьми, ты хотел деньги. Бери все. Но расскажи правду, Селин. Правду расскажи. У меня с тобой не было никаких отношений. Я не делала ничего постыдного, Джунейд. Ты же хотела рассказать всю правду, Селин. Расскажи же. Значит, столько лет ты изменяла мне, да? Смотри мне прямо в глаза, ты врала мне, да? Нет. Я никогда не изменял тебе, не обманывала. Я всегда любила тебя, Джунейд. Почему он так со мной поступает, я не знаю. Я не знаю. Я знаю. В это сложно поверить. Я поговорю с Хандан. Кемаль. Не надо зря все это говорить. Бахар. Я люблю тебя. Прости меня. У тебя есть Хандан. У вас скоро будет свадьба. Но любишь ты меня, да? А? Иди отсюда, Кемаль. Иди. Я не откажусь от тебя, Бахар. Я сделаю все, что потребуется. Не откажусь от тебя. Джунейд, прошу, поверь мне. Я никого, кроме тебя, не любила. Джунейд, прошу, посмотри на меня, умоляю тебя. Кроме тебя, я больше никого не любила. Я не изменяла тебе. Хватит! Проваливай! Чтобы я больше не видел тебя в этом доме. Джунейд! Все время, пока я была с тобой, я не изменяла тебе. Никогда я не изменяла тебе. Я просто любила тебя. Прошу тебя, посмотри мне в глаза, умоляю тебя. Ну-ка, оба проваливайте отсюда. Выведи этих подонков с моего дома, Тунч. Ну-ка, Фарида, хватит позорить себя. Джунейд, Джунейд, они обманывают тебя. Джунейд. Почему ты так поступил со мной? Почему, Селим? Селим, что я сделала тебе? Что ты хотел от меня? Что? Джунейд. Джунейд. Джунейд, я не изменяла тебе. Не изменяла тебе. Я не изменяла тебе. Джунейд. 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 Ты никогда еще так не смотрел на меня.